зрители, подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о петроглифах Австралии. Я когда-то очень давно сделал одно видео об этом, ну, каких-то петроглифах. Я решил сделать продолжение его, подсобрал информации, подсобрал различные петроглифы по Австралии. И решил сделать вторую часть этого видео, более такое совершенное, более с новой информацией об этих петроглифах. Может быть, какие-то там случайно попадутся, там какие-то, которые, фото уж, которые уже публиковались, там, ну, там, какая-то совсем небольшая часть. Может, более качественные будут фотографии. Согласно официальной версии, первые люди в Австралии появились, ну, примерно 40-35 тысяч лет назад. Тогда в Австралии жили такие гигантские ящеры размером с 3 метра. Сейчас по памяти ее на память не помню, как-то на мы как-то название, которые были намного больше, чем драконы острова Комодо. Также там в Австралии были такие но были гигантские птицы, и скорее всего, что, наверное, и хищные были, такие как вот в Аргентине и в Бразилии, гигантские хищные птицы. Я могу ошибаться, говорю только по памяти. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, там были только типа такие гигантские страусы, там типа эму, там только намного, ну, там пол раза больше. И эти люди тоже оставили, ну, к сожалению, у них не было письменности, но они оставили гигантское количество вот этих вот петроглифов в каких-то так в разных частях Австралии. И официальная наука датирует от 5000 лет назад до чуть ли не 30-35 тысяч лет назад. Все остальное вы видите дальше в видео, я покажу множество фотографий оттуда. Разные вот существа, одно из них меня заинтересовало, вот как будто вот какие-то вот, там они называют это типа небесная богиня или какой-то вот небесные какие-то там небесные духи, там Вонгинджи, как-то так. Ну, там несколько названий, Вонгинджи, как-то так. Ну, они вот своим видом напоминают каких-то вот типа серых существ, каких-то инопланетных, ну, может, не инопланетных, каких-то, может, гибридов, каких-то. По крайней мере, какое-то сходство есть. Все остальное вы видите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.
We'll be right back.
Thank you.